смотрите «Вести Кабардино-Балкария». О событиях в республике к этому часу расскажут мои коллеги и я, Елена Кушхова. Здравствуйте. Некоторые темы выпуска. Облегчить страдания, когда невозможно спасти. Московские специалисты в Нальчике делятся опытом в оказании помощи неизлечимо больным детям. Экзамены позади, осталось дождаться результатов. В республике завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Он родился в Кабардино-Балкарии, а погиб под Маньчжурией. В Майском районе увековечили имя героя русско-японской войны Ивана Слезова. Сегодня глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков и президент нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин в рамках 19-го Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает стимулирование инвестиционной деятельности и обновление производственных фондов филиала «Роснефти» в Кабардино-Балкарии. Одним из важнейших элементов достигнутых договоренностей является создание совместных программ импортозамещения путем привлечения предприятий КБР к осуществлению поставок товаров и услуг. Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии отношений на стабильной и долгосрочной основе. И сегодня же в рамках форума состоялась рабочая встреча Юрия Кокова с врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры Натальей Комаровой. Обсуждены перспективы сотрудничества в курортно-рекреационной сфере, в области сельскохозяйственного производства, ряде других направлений, представляющих взаимный интерес. Юрий Коков и Наталья Комарова высказались за расширение и развитие межрегиональных экономических и культурных связей. Сегодня Кабардино-Балкария Стат обнародовал ключевые данные социально-экономического развития республики за прошедшие с начала года 5 месяцев. С 1 января по май этого года в Кабардино-Балкарии построено 515 новых квартир. Общая площадь составила почти 72 тысячи квадратных метров. Показатель прошлого года превышен более чем на 7%. Почти четверть нового жилья введена в сельской местности. В реальных квадратных метрах это 17 800. Превышение показателей в жилищном строительстве в Нальчике, в Баксанском, Прохладнинском и Эльбрусском районах. В Урванском они остались на уровне прошлого года. Ниже, чем в среднем по республике, уровень ввода жилья в Баксане, Прохладным, а также в Зольском, Лискенском, Майском, Терском, Чегемском и Черекском районах. Общий объем работ, выполненных в строительстве, составил 2 миллиарда рублей. Объем произведенной сельхозпродукции за 5 месяцев превысил 7 миллиардов рублей. Точнее, по расчетам в действующих ценах, 7 миллиардов 300 миллионов. Рост в сравнении с прошлым годом почти 6%. По состоянию на 1 июня в республике увеличилось поголовье скота, кроме свиней. Овец и коз стало больше на 13,7%. Крупного рогатого скота почти на 5,5%. Мясо произведено свыше 33,5 тысяч тонн. Молока более чем на 2%, яиц больше на 3%. Индекс промышленного производства с января по май вырос на 0,5% и обусловлен увеличением выпуска продукции в обрабатывающих производствах на 3,4%, добычи полезных ископаемых на 43,7%. При этом выпуск пищевых продуктов, включая напитки, увеличился в 1,5 раза. Производство машин и оборудования выросло на 43,5%. Средний балл по ЕГЭ в республике вырос на 10%. Если сравнивать с прошлым годом, об этом заявили в Нальчике на заседании Государственной экзаменационной комиссии. Информация об этом сегодня распространила пресс-служба Миноборнауки. Пока подведены промежуточные итоги, но качественные изменения в лучшую сторону уже отмечаются. В Кабардино-Балкарии 8 100-бальников по русскому языку, среди которых не только выпускники нальчикских школ, но и Чегемского района и Прохладинского. Правда, не обошлось без нарушений. На экзаменах по обществознанию и химии онлайн-наблюдатели сделали 8 замечаний, 4 из которых подтвердились. Основная волна ЕГЭ завершена до 26 июня, резервные дни для них – До 26 июня резервные дни для тех, кто по каким-либо причинам не смог пройти испытания. Диалог между властью и обществом требует дальнейшего развития. В Доме правительства под председательством руководителя администрации главы КБР Владимира Битокова состоялось заседание комиссии при главе Кабардино-Балкарской республики по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Обсуждены вопросы о состоянии взаимодействия общественных и государственных структур в КБР и предпринимаемых властными органами мерах по поддержке институтов гражданского общества. Руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов, выступивший с основным докладом, отметил. В 2014 году из заявленных для участия в конкурсе 59 проектов победителями признаны проекты 43 некоммерческих организаций, а общий объем субсидий составил 11 528 000 рублей. Также можно констатировать, что объем финансирования и увеличение числа некоммерческих организаций, ставших получателями субсидий, позволили добиться роста социальных услуг, оказываемых некоммерческими организациями и населению. Активизирована деятельность ряда некоммерческих организаций в таких направлениях, как социальная адаптация инвалидов и их семей, развитие дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества, профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, достижение гражданского согласия, а также развитие межнационального и межконфессионального сотрудничества. Общественным организациям оказывается поддержка и из республиканского бюджета КБР. На решение некоммерческим сектором социальных вопросов было направлено 3,8 миллиона рублей. О своем видении дальнейшего развития диалога власти и общества рассказали заместитель председателя правительства, министр образования, науки и по делам молодежи Нина Емузова, президент Союза общественных объединений Международная черкесская ассоциация Хаути Сахроков, благочинный Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви Валентин Бабылев, руководитель Нальчикского филиала Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи Эльбрусоид Марат Анаев. В ходе обмена мнениями подчеркнута необходимость учитывать в совместной работе новые реалии, полнее использовать потенциал общественников при анализе стоящих проблем, выработке предложений и рекомендаций по их решению. Важно также активизировать работу общественных советов при министерствах и ведомствах, наладить взаимодействие внутри самого гражданского общества. Принято решение о выплате гражданам республики Казаковой и Ульбашевой компенсации за имущество, конфискованное в результате применения политических репрессий, в размере 10 тысяч рублей. Утвержден план работы комиссии на текущий год. Дачное товарищество «Химик», что в Урванском районе, не затопит, говорят в республиканском Минприроды. На 37-м километре Нарткалинского шоссе идут берегоукрепительные работы. В каждый сезон половодья дачные участки, а их более 600, оказывались в зоне подтопления. В прошлом году необходимые работы организовались за счет средств дорожников. В этом уже Минприроды проводит капитальный ремонт участка, что позволит избежать выхода реки Урвань из берегов. Полностью завершить укрепление здесь планируют в конце июля. В Баксанском районе мы будем делать капитальный ремонт. В районе, значит, Каменки тоже будем делать уже, сейчас делают прокоп. В Нартане будут, значит, работы тоже проводиться по капитальному ремонту, в Чегемском районе. По словам Мухтара Газаева, на все эти работы из федерального бюджета будет выделено свыше 90 миллионов рублей. Прямо сейчас короткая реклама, сразу после продолжим. Не переключайтесь. Северный Кавказ, Ессентуки, санаторий «Долина Нарзанов». Лечебный профиль – заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нарушение обмена веществ, органов дыхания, урологические и гинекологические заболевания. Здесь, около курортного парка, вас ждет высококвалифицированный и очень приветливый персонал. Самое современное медицинское оборудование, роскошные интерьеры. Здесь исцеляют даже воздух и вода. Северный Кавказ, Ессентуки, санаторий «Долина Нарзанов». Адрес вашего здоровья. Поздравляю со свадьбой сына. И как ты все успеваешь? И вуз у него престижный, и свадьба шикарная. С таким помощником, как у меня, у любого все получится. Еврокоммерцбанк. Кредит от Еврокоммерца уже не один раз выручал. Выгодные кредиты для пенсионеров и лиц предпенсионного возраста на любые цели. Еврокоммерцбанк. Первый в России магниторезонансный томограф «Магнитом Эссензе» фирмы «Сименс». Это комфортное проведение исследования и точность постановки диагноза. Наличие новейшего программного обеспечения с клиническими приложениями для любой анатомической зоны делает исследования незаменимыми в неврологии, ортопедии, при заболеваниях сосудов, кардиологии, онкологии и педиатрии. Запись на обследование по телефону в Нальчике 42 73 73.
Уважаемые потребители тепла и ГВС, в связи с предстоящим повышением тарифов на энергоносители, теплоэнергетическая компания предупреждает о необходимости оплаты за потребленную тепловую энергию и ГВС до 1 июля 2015 года. В противном случае задолженность будет взыскиваться в судебном порядке с учетом новых тарифов, штрафов и пени. Для потребителей с установленными индивидуальными приборами учета ГВС необходимо до указанного времени предоставить показания счетчиков. Бутик «Диана». Большие и маленькие размеры. Байсултанова, 26. Утерян ключ на автомобиль Ford Focus в районе стадиона «Спартак». Просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 928-720-2980. Детский психотерапевт, невролог медицинской фирмы «Тонус» предлагает лечение неврозов, осложненных страхами, тиками, заикания, энуреза, последствий родовых травм, школьных проблем, ожирения. Обращайтесь по адресу: город Нальчик, проспект Ленина, 23, телефон 40-12-10. Уважаемые абоненты, потребители воды города Нальчика, в связи с повышением тарифов с 1 июля 2015 года убедительно просим вас погасить всю имеющуюся задолженность. В противном случае материалы должников будут переданы в судебные органы для принудительного взыскания с начислением штрафов и пени. Поездка на море, база отдыха «Джанет». Проезд прямо к домикам. В каждом домике холодильник, имеется кухня, горячий душ. База находится в центре поселка Лермонтово. Рядом аквапарк, магазины, 300 метров до моря. Стоимость путевки 6 тысяч рублей, 10 дней с проездом. 8-964-034-24-10. Утеряны документы на имя гражданина Абазова. Паспорт, водительское удостоверение, страховое свидетельство, банковские карты. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 967-423-6900. 69-00. Уважаемые абоненты, потребители воды города Нальчика, управляющая компания «Водоканал» продолжает работы по ограничению подачи воды и приема стоков злостным неплательщикам. Ограничение водоотведения производится путем установки заглушки именно неплательщику без проникновения в квартиру. Введенные санкции снимаются только после оплаты задолженности и затрат на отключение и подключение. Это «Вести Кабардино-Балкарии». Мы продолжаем. Регулирование отношений в сфере социального обслуживания жителей республики обсуждали сегодня в парламенте КБР. На заседании президиума депутаты заслушали информацию о реализации соответствующего закона. С докладом в рамках правительственного часа выступил министр труда, занятости и соцзащиты Альберт Тюбеев. По его словам, в прошлом году в республике была разработана и принята новая законодательная база в области соцобслуживания граждан. Это позволило на 10% расширить перечень получателей, а также увеличить объем оказываемых услуг. Если на 1 января 2015 года мы имели 77 наименований социальных услуг, то с 1 января 2015 года с введением в действие нового закона перечень социальных услуг в социальном обслуживании включает в себя уже 103 социальные услуги. Социальные услуги предоставляются на основе договора, заключаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином, либо его законным представителем на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг. Большинство получателей услуг – пожилые, одинокие и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас с ними работает 23 госучреждения. Как отметил Альберт Тюбиев, к оказанию помощи необходимо чаще привлекать некоммерческие организации. Информацию главы Минтруда депутаты приняли к сведению. Он родился на земле Кабардино-Балкарии, погиб под Маньчжурией. В Майском районе открыли мемориальную табличку на памятнике героя русско-японской войны Ивану Слезову с его портретом. В начале молебен о солдатах, которые погибли, защищая Отечество в великих сражениях 20 века. Памятник был установлен в станице Котляревской еще в 1906 году его отцом. Но как выглядел воин, никто из наших современников не знал. Портрет Слезова нашли случайно в старом номере журнала «Нева». Его отреставрировали и нанесли на табличку. Всегда бывает трепетно, когда мы открываем такие доски, памятники нашим предкам, которые прославили казачество России, Россию. На церемонии с традиционным казачьими песнями выступили коллективы художественной самодеятельности района.
Земельные и имущественные отношения, программа капитального ремонта в многоквартирных домах и подготовка к предстоящей в следующем году всероссийской сельскохозяйственной переписи. Об этом сегодня шла речь на заседании правительства Кабардино-Балкарии. Детали в сюжете нашего специального корреспондента Сафара Гиреева. Первым пунктом повестки дня значился вопрос реструктуризации кредитных обязательств республики. Заем федерального центра был предоставлен бюджету КБР на строительство, реконструкцию и содержание автодорог общего пользования. Документ, регламентирующий новые условия погашения кредита, подготовлен на основании решения правительства России. Его детали разъяснил руководитель Минфина. Она предполагает перенесение погашения основного долга по указанным кредитам в общей сумме 327 миллионов рублей на 2025-2034 годы. Иначе говоря, республика будет погашать свой кредитный долг перед федеральным бюджетом в течение 15-20 лет. Минимущество предложило перевести несколько земельных участков из одной категории в другую. Теперь ряд площадей в Урванском и Баксанском районах значится в категории промышленных. На этих участках будут построены автодром и автозаправочная станция. Кроме того, одна из гостиниц в Нальчике передана в муниципальное управление. Решение принято после активного обсуждения. Членов правительства, в частности, интересовало, насколько целесообразно передавать под застройку земли сельхозназначения. Что завтра делать, если у нас на даже длинный кабардино-балкарский нос приходится всего 30 соток пашни. Об этом вот нужно задуматься. Я понимаю, что извлечение доходов там и так далее. Но есть формы сохранения земель сельхозназначения, особенно пашни. Вы знаете, что субсидирование у нас тоже на федеральном уровне происходит по площади посева, по площади пашни. Если у нас будет сокращение, это приведет к резкому сокращению, соответственно, субсидирования федерального бюджета, господдержки. В будущем к вопросам перевода земель из одной категории в другую решено относиться очень взвешенно и осторожно. На заседании также утверждены краткосрочные планы реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов и порядок очередности его проведения. Образован оргкомитет по подготовке мероприятий к 25-летию Северокавказского института искусств. Обсуждена подготовка республики к предстоящей в следующем году всероссийской сельскохозяйственной переписи. Сафар Гиреев, Марат Татруков. Вести, Кабардино-Балкария. В Нальчике сегодня завершился двухдневный семинар по вопросам оказания паллиативной помощи. Она необходима, когда возможности специализированного лечения ограничены либо исчерпаны. Опытом в этом вопросе с местными врачами делились специалисты Федерального научно-клинического центра детской гематологии и онкологии имени Рогачева. Инна Богатырева расскажет подробнее. Диля Бекулова – практикующий анестезиолог-реаниматолог. Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Федерального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, проблемами обезболивания занимается давно. В Нальчике делится с коллегами опытом. Как правильно спрогнозировать интенсивность и локализацию боли после сложной операции, подобрать нужные лекарства и определить схему их введения. Девочка 9 лет, ей сделали Z-образный остеотомию бедра, ну, когда кость разрезают и удлиняют конечности. Боль сохраняется 4-5 дней, она очень сильная. И мы проводили по специальной программе обезболивания. Через 3 дня мы ей катетер вынули и сказали: «Лапочка, мы сейчас переведем тебя в отделение к маме, а если будет ножка болеть, ты скажи, тебе дадут таблеточку». На что изумленным выражением лица ребенок спросил: «А разве она должна болеть?» В зале специалисты, чья практика так или иначе связана с лечением заболеваний, сопровождающихся острой болью. Представители медучреждений республики углубляют знания в области оказания паллиативной помощи главным образом неизлечимо больным детям. На сегодняшний день они владеют этой информацией отрывочно, потому что они сталкиваются с этим нерегулярно. А тут живое прямое общение с теми людьми, которые непосредственно именно этой работой занимаются, причем занимаются на протяжении более 10 лет. Но в Кабардино-Балкарии есть специалисты, которые глубоко разбираются в обсуждаемой теме. При специализированном доме ребенка с прошлого года работает хоспис. 5 коек в 2 палатах заполнены практически постоянно. Здесь в основном дети с поражением центральной нервной системы. Поступают и малыши с тяжелой наследственной патологией или генетическими заболеваниями, рассказывают сотрудники Елене Полевиченко, заместителю председателя комиссии Минздрава России по специальности паллиативная медпомощь. Регионы поднимают этот огромный пласт сейчас, и мне очень приятно осознавать, что Нальчик имеет паллиативные койки, имеет персонал, обученный у нас в Москве на кафедре
экологии. И мне кажется, что это дорогого стоит, признание того, что здесь услышали нужды и потребности тех семей, у которых так тяжело болеют дети. Далеко не все территории у нас сейчас имеют такие виды помощи. Получать не только специализированную медуслугу, но и семейно ориентированную помощь с психологическим сопровождением – задача отрасли, поясняет Полевиченко. Внедрить эту философию и технологию в самых отдаленных уголках страны – основная цель программ, которые Минздрав России реализует в регионах. Двухдневный семинар в Нальчике завершается сегодня. Уже налажены контакты для дальнейшего взаимодействия. Инна Богатырева, Алик Мусаев, Вести, Кабардино-Балкария. Терпение, благочестие и добродетель. Накануне с заходом солнца мусульмане всего мира встретили самый важный и почитаемый месяц исламского календаря – Рамадан. Согласно вероучению, именно в этот месяц был ниспослан священный Коран. 29 дней правоверные будут соблюдать строгий пост. В течение всего светового дня откажутся от питья и еды. Что немаловажно, необходимо раздавать милостыню неимущим, а также забыть о ссорах и укреплять узы дружбы. Это не только пост, это совершение благих деяний, это изменение своей натуры, то есть отойти от всего плохого и вобрать в себя, наилучшие качества. Это воспитание самого себя в первую очередь. Последний день поста приходится на 16 июля, а уже 17-го мусульмане отметят один из главных праздников – Ид-аль-Фитр. И последнее. МЧС распространило экстренное предупреждение. Сегодня вечером и завтра в течение дня на территории республики ожидаются сильные грозовые дожди, ливни, грады, шквалистый ветер до 20 метров в секунду. На реках местами возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах – селевые потоки. Подробнее о погоде на завтра расскажет Зухраб Шихачева. Я с вами прощаюсь. Будьте с нами, будьте в курсе. Даже солнце не затмит вас. В салоне Ленар Оптик представлена новая потрясающая коллекция солнцезащитных очков 2015 года. Для него. Раян. Возрождение культуры здорового питания. Уважаемые жители республики, магазин «Попугай» благодарит вас за доверие. Нам 15 лет. Всем покупателям скидка 15%. Ждем вас по адресу Шагинцукова, 42. Добрый вечер. В эфире «Метеовести» от ФОБОС. Кучевые облака над горными хребтами Северного Кавказа обещают дожди почти повсеместно, но температура останется довольно высокой. В Зольском районе небольшая облачность, плюс 28, местами осадки. Возможно, они и в горах. У подножия Эльбруса переменная облачность. Столбики термометров устремятся вверх, днем до 15 градусов. До плюс 23 поднимется температура в Тырнаузе, Грозы. А вот в Баксане, Чегеме и Нарткале, по прогнозам синоптиков, к полудню все 30, и дождь с грозой возможен. В светлое время суток на большей части Прохладненского и Майского районов сухо, малооблачно и выше 30. Дожди к вечеру. В целом такие же погодные условия в Терском и Лискенском. Над Черекским районом массивы дождевых облаков 26 с плюсом. Жителей Нальчика ожидает безоблачное утро, а вот к середине дня погода может кардинально измениться. Дожди местами с градом и плюс 27. Такой прогноз синоптиков. Всего доброго!